зовем родственников, друзей, семьями. Сегодня у меня ифтар женский. Также муж ежегодно проводит мужские ифтары. На горячее я приготовила суп с лапшой. Специально родители отправили из Чекмагуша гуся для того, чтобы я угостила своих подруг. А на второе я приготовила губадью. Это национальное блюдо, сладкая выпечка, подается к чаю. Начинка – рис, изюм, курага и красный творог. Как правило, Мухаммад Саласарам говорит, нужно желудок наполнять, делить на три части, треть заполнять твердой пищей, треть жидкой и треть воздухом. Во время священного месяца Рамадан в течение дня, соответственно, кушать нельзя, пить нельзя. И сквернословить, ругаться, это тоже нарушает пост. И пророк Мухаммад сам сказал, если человек ругается, если он, это просто для него будет голод. То есть он просто поголодал и все. Пытаюсь немножко на намаз встать. Я только учусь, я только ученик, как говорится в сказке. Спасибо девочкам, которые помогают мне изучать Коран. И немножко я даже уразу держала. Я инвалид второй группы, у меня не получается, но я стараюсь. Рамадан для каждого верующего очень благословенный месяц, и целый год мы ждем его с нетерпением. И это действительно правда. Ждем, встречаем его со слезами на глазах, с радостью.